Я смогу вам помочь? Я на собеседовании. Конечно, проходите в приемную, к вам сейчас подойдут. Спасибо. Не за что. Уитни, проходите. Последний раз я проходила собеседование, когда хотела стать учителем английского в Корее. Это было в 2007-м, и то по телефону. Поэтому практики у меня недостаточно, и я весьма переживаю. Нам понравилось работать с вашей группой. Спасибо. Было чудесно. Очень весело. Вот и Кэти. Привет, Уитни, как дела? Хорошо, рада встрече. Взаимно. Вас все-таки заинтересовала вакансия в отделе рекламы? Да. Уж очень хорошо мы провели время. Но в этом отношении я обычно зануда. Ясно. Чтобы было весело, нужно проделать огромную работу. Для нас это не бейсбол, а индустрия развлечений. Это лучшее, что я могла услышать, потому что совершенно не разбираюсь в бейсболе, но имею представление, как развеселить людей. Это добавило мне уверенности в начале собеседования. В день матча зрителей нужно развлекать. Мы все загружены, и нужен человек, который может поднять зрителям настроение, смело общаться с ними. Но это нервная должность. Как думаете, справитесь? В школе я занималась в театральном кружке, поэтому частенько оказывалась в стрессовых ситуациях, требующих работы в команде. Уверена, с подобными задачами я могу отлично справиться. Хорошо. Я больше всего любила момент, когда поднимался занавес и начиналось представление. За кулисами суетятся люди, все вокруг чудесно и замечательно, а зрители счастливы. Мне кажется, на матчах все примерно так же. Вы разбираетесь в бейсболе? Умеете быстро сориентироваться в ситуации? Например, у нас периоды или ининги? Я думаю, что... Если честно, в этой игре я мало смыслю. Не буду врать, знаю только самый минимум. Но легко адаптируюсь в новых ситуациях и быстро учусь. Если я скажу бежать на вторую базу, вы поймете, куда это? Я знаю, где это. Но с бегом у меня не очень. Могу быстро ходить. Я просто сказала им, что мне под силу все. Проверим, так ли это, если меня возьмут на работу. Мне показалось, что я отлично справилась. У нас есть еще несколько кандидатов. Мы свяжемся с вами в ближайшие несколько дней. Хорошо, спасибо большое. Не за что. Опыт работы в Grasshoppers станет полезным и для проекта «Не стыдись своего тела». Я расстроюсь, если меня не возьмут. Надеюсь, что подойду им.